космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с азиатским телекоммуникационным спутником на борту. Он будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расчетный срок службы аппарата составляет 15 лет. Первоначально запуск был запланирован на 26 августа, однако инженеры решили перенести его после самоуничтожения прототипа многоразовой ракеты. Она взорвалась в воздухе во время испытательного полета 22 августа.